Эстонии начался весенний тур профсоюзов, который в будущий вторник доберется и до Нарвы. Во вторник, 27 апреля, перед культурным центром Женева с 12 часов до 15 часов пройдет информационный день профсоюзов. Вечером состоится встреча лидеров профсоюзов Ида Вирума с председателем Центрального союза профсоюзов Эстонии Харри Талига. Мероприятие проводится в рамках весеннего тура профсоюзов в честь Международного дня трудящихся и 20-летия Центрального союза профсоюзов Эстонии. На инфодень приглашаются все, кого интересует, как лучше организовать свои трудовые отношения и защищать свои права. Представители профсоюзов дадут людям информацию о своих организациях, о том, как они регулируют свои отношения с работодателями, а также о том, как распознать несправедливый подход к работникам и защитить себя от этого. Поскольку весенний тур посвящен также 20-летию деятельности Центрального союза профсоюзов Эстонии, то собравшихся угостят праздничным кренделем.